Погода нас продолжает удивлять. На улице то дождь, то снег. То вот такое удивительное солнышко. И на закате это солнышко всегда очень красиво освещает тот берег. И в этой красоте всегда ярко стоит церковь. Но в этом году, вот видите, как интересно. Видите, по краям там берега белые. Это стоит тростник до сих пор. И тростник таким образом нам говорит о том, что еще холода не закончились. Но не хочет он в холодную воду скидывать свои семена. А у нас здесь достаточно активная жизнь. Там на моей скамеечке ребята шумно ловят рыбу. Здесь в источнике Анатолий набирает воду, все время ездит на нашу. И на берегу стали появляться гуляющие ребята, которые любят посидеть, поболтать и что-то там поделать. Ну, давайте еще раз вам вот этот пейзаж. Надо мне еще и фото сделать этого пейзажа. Так, вот так нажал. О, делается во время съемки фото. Вот так красиво будет. Какое еще сделать? Вот с этими, с деревьями, наверное, красиво тоже будет. Вот так. Так, прибывать на наше побережье продолжает народ. Очень привлекательной моя лавочка счастья стала. Практически нет у меня возможности на ней снимать. Все время занято. Вот Анатолий сколько набирает воды. Это ты на сколько берешь дней? На сколько дней набираешь? Здрасте. Здрасте. Ну сколько, да? На неделю. На неделе? Пробовал это кое-что. О, я забыл. Не доеду всегда, да? Да у меня глаз болел, и я тут... Ну, скажешь, как подумать. Лечи. Хорошо, да, я звякну. Ага. Ну, сам чувствуешь. Да, вот три дня очень хорошо. Да. Попил водички на святых источниках и пошло. Специально ездил на Луканинский каучок воды попить, на том берегу в Николинском пил. Ну, в общем, вот так все хорошо. Давайте я церковь еще раз. Ну, пока. Всего хорошего. Сфотографирую вот так. Такой кадр сделаю. Все. Насмотрелись? Красиво? Будем еще снимать. Из этого окна просто какой-то у меня постоянно красивейший пейзаж. Давайте небо вам больше дам. Такой, как называют, свинцовое. И небо, и озеро. Сейчас. Потому что обещали снег к выходным.